Праздничным колокольным звоном отмечают День Крещения Руси сегодня и на Украине. Памяти святого равноапостольного князя Владимира была посвящена божественная литургия, которую провел глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Ануфрий. На площади перед Успенским собором собрались, по некоторым данным, около 30 тысяч верующих. Многие из них пришли в Киев крестным ходом во имя мира на Украине, который объединил паломников с запада и востока страны. Украинская православная церковь Киевского патриархата также провела богослужение и крестный ход. Молебен продлился около часа. По данным правоохранительных органов, в нем приняли участие около 3 тысяч человек.